Встречу с металлургом президент клуба Виктор Филиппович Рашников начал с того, что напомнил о победной истории магнитогорской команды. «Магнитка» готовится вступить в бой в 12-м сезоне КХЛ, имея в своем 28-летнем багаже выступления на высшем уровне 5 титулов чемпиона страны, 2 золота Евролиги, Кубок европейских чемпионов, Суперкубок Европы и 2 Кубка Гагарина. Как отметил Виктор Филиппович, приветствуя новичков команды, в этом году состав силен как никогда. Геннадий Иванович, конечно, про каждого игрока мне все время так вот получилось, что включили меня в эту работу. Раньше как-то не особо тут вроде меня включали. Сейчас по каждому игроку сбрасывают, так сказать, его резюме, и вот сидим, так сказать, смотрим. Я, наверное, недаром пишут, но надо, чтобы там, что у нас такая лучшая селекция. Но вот, на самом деле смотришь, на бумаге все хорошо. На бумаге все хорошо, действительно. Не только на бумаге, а по людям все хорошо. Я уверен абсолютно, что игроки профи у нас сегодня. Виктор Филиппович традиционно поставил задачу на сезон перед магнитогорской командой мастеров. По словам президента, она остается неизменной из года в год. Перед металлургом ставятся самые высокие цели. Мы все прекрасно понимаем, что и вспоминаем те годы, когда мы добивались с вами, когда добивались золота, когда выигрывали кубки. Мы выигрывали, конечно, командой. Были у нас и остаются сегодня звезды в команде, но все время тогда выигрывали, когда у нас была сплоченная команда. Мы должны выигрывать с вами, выходить в финал, выигрывать конференцию и выходить в финал. Виктор Филиппович принимает самое активное участие в жизни металлурга. Этот неизменный принцип на протяжении более чем четверти века является основой и гарантом славной победной истории «Магнитки». Виктор Филиппович отметил, что необходимо корректировать тренировочный процесс. Медицинская служба «Металлурга» – одна из лучших в КХЛ, и к старту чемпионата тренеры внесут необходимые изменения в план подготовки. По подготовке дворца, ну, я считаю, что дворец у нас соответствует сегодня там всем мировым стандартам. Мы его в 2007 году запустили, он очень хорошим, наверное, это кто играет, это... видели, знают, и кто пришли, наверное, тоже это подтвердят. В этом году мы еще тут с вами сделали новую площадку, ну, уменьшили, так сказать, на один, сделали размер уже финская, да, называется, 28 там на 60. Мы поменяли лед, у нас шикарный, так сказать, с вами куб, у нас с вами бегущая строка, фантастическом. Со 2 числа у нас лазерное шоу включается на весь сезон. Ну, вот все, что мы вот видели, все, что вы тут говорили, может даже и не говорили, мы сегодня это все оснастили. Притом лазерное шоу, я хочу сказать, что мы так сделали, что на весь регулярный сразу установили. Ну и собираемся подписывать контракты на плей-офф тоже на все 4 этапа. Так что мы это сделаем предоплату, Сергей, и нам отступать некуда. Лазерное шоу, которое упомянул Виктор Филиппович, это современная проекция на лед, основанная на принципе 3D-мэппинга. Передовая технология в мире спортивных соревнований, которая украсит домашние матчи магнитогорской команды. Виктор Филиппович рассказал о том, что вскоре на фасаде арены появится еще одно мультимедийное табло, которое смонтируют на южной части стадиона. А с его северной стороны уже идет строительство нового ледового дворца. В завершении встречи Виктор Филиппович пожелал удачи «Металлургу» в новом сезоне, а также поделился своими ожиданиями от стартующего в понедельник чемпионата. Команды все усиливаются, очень сильно усилились, конечно, и на Востоке. Восток, наверное, вообще будет сильнее, чем даже, наверное, Запад такой. Ну, Запад на Западе тоже. Классные, так сказать, команды. Поэтому будет непросто, это точно. Уже таких проходных, наверное, вообще, не знаю, там, ну, в смысле проходных, которых легко там можно будет обыграть, да, я думаю, наверное, не так будет. Но для этого у нас и тренерский состав собран, для этого у нас, так сказать, и администрация, и все. Поэтому я хотел бы, чтобы мы, ну, правильно все построили и правильно начали. Ну и так вот у нас как-то получилось в этом году, что мы встречаемся вот с командой вот СКА, да, вот первая игра. Ну вот я просто сегодня ехал, думаю, было бы здорово, если бы мы и плей-офф заканчивали уже, финальную игру. Тоже можно с этим соперником-то, в принципе, начать и закончить. Хорошая идея.